Рыдает и скорбит вся Россия. Ну что, друзья, еще одна трагедия в России. Многие не хотят в это верить, многие думают, что это неправда. Сегодня мы хотим вам рассказать о трагедии, которая произошла с великим советским российским актером кино, которого знает весь мир, Александром Журавлевым. Александр Журавлев за свою творческую карьеру снялся в более чем в 200 фильмах. Но сегодня рано утром о нем пришла весьма печальная новость. В российском шоу-бизнесе до сих пор говорят только об этом. Вчера, в 9 часов вечера, Александр Журавлев был найден своим лучшим другом в собственной квартире в ванной комнате в бессознательном состоянии. Друг сразу же вызвал скорую помощь, на которой Александр Журавлев был доставлен в больницу. Медики диагностировали отравление медицинскими препаратами. Что произошло и какие лекарства принимал наш актер, пока неизвестно. Медики не комментируют эту ситуацию.